Уважаемые товарищи, сегодня, 27 ноября, мы проводим в нашем городе, и непосредственно в Рыбацком и в Обуково, акцию «Прикоснись к истории». Эта акция для нас проводится, нами проводится первый раз. Ей мы хотим сказать, что история неразрывна, и что в истории государства российского было много эпох, было много героев. И каждому из этого времени, и каждым героям каждого времени нужно относиться с уважением и почтением. Нам не нравится то, что сейчас очень часто новые хозяева на костях нашей истории пытаются делать что-то свое. Например, сейчас очень много вопросов, связанных с переименованием улиц, городов и так далее. Мы считаем, что пускай история, какая произошла, пускай она будет и сохраняется. Давайте построим новые улицы и города и назовем их по-новому в честь новых героев. Спасибо. Будьте с нами 4 декабря этого года.